Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за подписку. Огромные. Подписывайтесь. Сегодня у нас вот такие вот оладьи капустные. С пекинской капусточки. Ставим сюда сметаночку, наш соус. Смотрите, какая красота. Смотрите. И вот такая у нас красота. Кому интересно, смотрим дальше. Ребята, готовим наши такие капустные котлеты оладьи. Очень простое блюдо, быстро готовится. Понадобится пекинская капусточка. Ее надо максимально мелко вот так покрышить. Нарезаем ее. Вот так, мелко-мелко, как можно мельче. Нарезаем. Капусту нарезали. На мелкую терку нарезаем, натираем морковку. На крупную. На вот такую. Вот натерли. Отправляем к капусте. Нарезаем пучочек лука. Нарезаем мелко зеленый лучок. Отправляем все в капусту и морковочку. Очень простой, пахнет луком. Теперь, ребята, посолили, поперчили. Высыпаем кукурузу в баночку. Вбиваем сюда 4 яйца. Все перемешиваем до однородной массы. Вот какая красота получается. Сейчас мы объединим все. Попробовать на вкус. Может, надо будет добавить или перчик, или соль. Все по вкусу. И сейчас это все будем жарить, такие оладьи. Очень вкусно. И сейчас будем жарить. На медленном огне. Наливаем чуть-чуть подсолнечного масла. И жарим. Вот так вылаживаем. На медленном огне. Накрываем крышкой. И переворачиваем. Поджарится с одной стороны. Переворачиваем. Вот перевернем нули на другую сторону. Смотрите, какие красивые. На медленном огне. Смотрите, какая красота. Очень вкусно. До него мы еще сделаем соус. Будет красота. Вот мы пожарили наши такие капустные оладушки. И теперь делаем соус к ним. Укропчик. Ну, такой пучочек. Пару зубчиков чесночка. Солим, перчим. И сюда сметанку. Все это перемешиваем. Там 150-200.
Какая красота. Вот мы закончили. Вот какая у нас красота получилась. Очень вкусно. Подойдет сюда только пекинская капусточка. Смотрите. Таким соусом. Очень вкусно. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем пока-пока.